Ребят, здесь настолько жарко, что за то время, что мы ходили на снорклинг, телефон нагрелся до такой степени, что я его еле в руках держу. Но напоследок хочется снять, мы сейчас будем уже отправляться назад, напоследок хочется снять вот эту красоту, бешеную красоту. Сейчас отлив, но все равно вода офигенная. Здесь песочек, здесь мокрый песочек. Сейчас покажу. Очень круто, вот это вот кораллы. Но это уже мертвые кораллы. Вот мы когда только что ныряли, там была такая безумная красота. Видели и кораллы, видели огромное количество рыб. Рыбы здесь плавают вот буквально на спуске уже. Их здесь полным-полно. Вот в этой части их, наверное, разогнали просто купающиеся. Да, здесь их не видно. Но вот там, где мы плавали, вот в той части, возле камней они вот начинаются буквально сразу на спуске. Стоит только в воду зайти, уже ты видишь рыб. Здесь уже камни пошли, здесь уже неудобно ходить. Мы в этой части не были, мы ходили по той части. Привезли очередную порцию туристов, я так понимаю. Очень много китайцев, очень. И если говорят, что раньше Таиланд славился огромным количеством русских, то сейчас он славится огромным количеством китайцев. Их здесь как цыган у нас. Да, безумная красота, конечно. Кругом пальмы. Небо, горы. Мы, кстати, ходили в ту глушь, обошли там полуострова, возле той вышки были, встретили в той части огромного вала одного, буйвола они называются, черного, а там мы встретили двух буйволов, мы вам показывали, по-моему, и двух варанов видели. Вот. Где-то там сейчас подплывает наш спидбот, и мы поедем на нем назад. Все, пошли мы собираться.